1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Ваш коллега сказал, что этот матч мог стать худшим в его жизни, но стал одним из лучших. У вас какие ощущения? У нас сегодня тяжелый матч, потому что мы должны выиграть сегодня. И после первого тайма это было 1-0 для ЦСКА. И потом мы не забили пенальти. Второй тайм у нас гол на 1-1. Для нас это было супер, потому что мы хотели выиграть. И потом в конце мы забили второй гол. Тогда 3 очка. И для нас это очень важная игра была. Перед матчем было ощущение, что здесь либо все, либо ничего? Да, да, мы должны выиграть. И мы выиграли, потому что ничья или проигрыш для нас не было добро. И тогда мы хотели выиграть и выиграли. Иногда казалось, что поле было очень скользкое. Это сильно мешало? Было скользкое и для меня поле было хорошее, мяч был быстрый и передачи быстрые. Тогда, я думаю, это стадион самый лучший в мире сейчас. Согласны, что в первые полчаса ЦСКА просто смял Викторию, мог забивать много, но было быстрее. Да, ЦСКА забило с пенальти 1-0, потом у них 2-3 шанса еще были, но не забили потом. В конце первого тайма у нас там две шансы были, но не забили, и потом мы пенальти не забили. Это было для нас тяжело, потому что до второго тайма мы хотели гол забить, и потом у нас этот счастливый гол на 1-1, и потом в конце у нас тоже там частный гол не забили. Когда пенальти не забили, не казалось, что все пропало, что все уже не получится? Это тяжело, потому что второй тайм еще, это 45 минут, и это долго. Тогда это Прохаска Роман, он головой доле после первого тайма, я им сказал, что еще 45 минут, и потом он забил гол на 1-1, и потом в конце мы забили 2-1 тогда. Виктория теперь фаворит за Лигу Европы? Виктория теперь фаворит в борьбе за Лигу Европы с ЦСКА? Да, мы хотели третье место занять тогда. Для нас это супер. Если будет. Сильно сегодня замерзли? Я привык уже, когда здесь играл. Можно сказать, что сегодня опыт победил молодость? Еще раз? Опыт победил молодость сегодня. ЦСКА молодая команда. Да, у них там очень молода, потому что я знаю, когда здесь играл это Березуцкий, второй Игнашевич тогда. Сейчас ЦСКА очень молодая команда, по-моему, будет лучше каждый год. И там нападающие, два супер нападающие. Хорошо для нас, что сегодня не забыли. Если бы сегодня за ЦСКА играли Игнашевич и Березуцкий, вам было бы сложнее? Это тяжело. Я думаю, они хорошие игроки были тогда. Не знаю. Спасибо.